Привет, друзья! В прошлых видео мы рассказывали вам, как вернулись в Испанию после Португалии. А сегодня продолжим наше путешествие. Вечерний вид на море, ужин в апартаментах и новый день с новыми приключениями. Присоединяйтесь, будет интересно! Вот так мы сегодня ужинаем. Вот у них говядина с наймоны. Чуть-чуть фруктов и вино. И Герт. Добрый день всем! Мы сейчас в Фуэнхерола, сняли маленький домик какой-то в историческом центре этого маленького городка или деревни. Одна спальня, все так мило, чистенько. У нас есть наша кухня, обеденная зона, душ и туалет и маленький дворик с фиговым деревом. Даже плоды есть. Но они, правда, еще не готовы. Но все равно очень мило. И здесь есть даже дополнительный душ, горячая холодная вода. Прикольно. Это одноэтажное здание. И в 150 метрах от пляжа. Вот так выглядит наш домик снаружи. Вот эти два окна наши, дверь. Здесь очень красивая аллейка. Вообще молодцы. А туда нужно идти на море. 150 метров. Пришли на пляж. Море сегодня спокойное, хотя облачно. Вот так здесь. Сейчас пойдем плавать. Сегодня погодка в Малаге, но у нас не капает, у нас только облачно и теплая водичка. Детские площадки, подземные гаражи. Ну вон наш домик, он беленький. Был один этаж, нами построили второй этаж. Очень красиво отделано. Ты видишь? Апельсинчики. Вот такая вот аллея. Неожиданно пошел дождь. Людям испортил весь ужин. И причем дождь такой крупный. Сегодня вечером мы зашли в ресторан Дон Юлиан. Я люблю рыбу. И Герт категорически настаивает, чтобы я сегодня ее поела.
Мы пришли очень рано, все приходят в 9 часов вечера на ужин. Но мы же по привычке, у нас ужин всегда в 7 часов. Мы даже припозднились в этот раз. Вот такой здесь антураж. Удачно мы присели. Выглядит очень аппетитно. Зеленых попугаев. Они причем очень крупные. Посмотри сколько. Просто пасутся на лужайке в Испании. Ну а наше путешествие по Испании, Португалии, Гибралтару заканчивается. Мы сдаем машину арендованную и возвращаемся домой в Норвегию. Следующее видео из Норвегии. Пока, друзья!